так говорит Господь, дети мои, и вот вы пришли перед лицо мое, но прежде чем ты шел на это место, я видел сердце твое, я видел желание твое, о, как хочу сказать душе твоей, что я люблю тебя, Скемена Алфараудес, что я не оставляю и не покидаю тебя, хоть часто ты оставляешь меня, народ, но я Бог, который сказал, Рамене Готес Клавине Стемин, приблизься ко мне, и я дам душе твоей покой, Скемена Алфараудес, ибо знай, народ, знай, что милость моя, она еще не отнята от народа моего, я не перестал миловать Крабадестем Фараудес, ибо я Бог любящий, и не взираю на лица Крабадестем Фараудес, но я смотрю на сердце твое, о, если сердце твое, оно будет вполне предано мне, то я не оставлю тебя, и не покину тебя, и в трудное время буду с тобою, но знай, если ты будешь ходить путями иными, говорит Господь, если ты будешь оставлять меня, то я оставлю тебя насовсем, говорит Господь. А сегодня еще голос мой звучит к душе твоей, чтобы ты исправил жизнь свою, чтобы ты поправил хождение свое, чтобы ты приблизился ко мне, как никогда, ибо не будет лучшего времени. Вот сегодня дано время тебя, чтобы ты сблизился со мною, чтобы назвал кроме гламы на то, что не нужно, и сказал, не хочу больше служить греху, не хочу больше с кемена алфараудес, исповедуй грех свой, приди ко мне, и я дам тебе покой и утешение, которое не может дать тебе никто, ибо я Бог любящий, но знай, что я есть Бог строго взыскующий. Аминь.